распределение специальных прав заимствования. Задумайтесь об этом. Об этом. Именно так называется программа МВФ Международного валютного фонда, на которую выделено 650 миллиардов долларов, 18 из которых получит Эрофистан. Интереснейшая новость. Добрый вечер, друзья. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, чтобы поддержать мой труд независимого журналиста, вашего, обозревателя, аналитика и вестника. Опыт у меня большой, и уж такие события проморгать невозможно. Дело в том, что 18 миллиардов долларов примерно соответствуют той сумме, которая нужна на выплаты обещанных Чирика и Петнарика пенсам а, и погоном 10 тысяч рублей 15 тысяч рублей пенсионерам и военным а, которые щедро обещала партия единая россия и держащийся якобы в стране а владимир путин простите а грязно выругался или кто там за него а это факт интереснейший. Да, действительно, вот эта вот история с деньгами, 650 миллиардов долларов на весь мир, из стран СНГ больше всего получит Таджикистан, затем Белоруссия. Интереснейший момент. Да, эксперты описывают эту ситуацию как, знаете, некое там денежное вливание, везде эти медицинские термины, денежное вливание для того, чтобы там оживить мировую экономику. Знаете, в чем дело? Меня тут посетило страшное сомнение, что все, кого они одаривают деньгами, были лишены этих денег и собственных экономик. Ну, что-то в этом духе. А Эрофистан точно. Потому что, во-первых, объявлено было о выплате этих денег, средств с Каредом, нелицеприятнейшим после визита Ангелы Меркель, которая приехала, блин, прости Господи, во время их этого президиума Единой России, а потом Единая Россия стала совещаться с Центробанком, который имеет иностранное подчинение. О том, чтобы дать баблишко людям, и о том, чтобы это. И вот 18 миллиардов долларов. Интересно, правда, дорогие друзья? Вот вам еще один пример моей срабатывающей аналитики. Действительно, мы колония, и боюсь, знаете, дело не только в том, что у экономики там Ирафистана нет лишних средств. Нет никакой экономики Рафистана в принципе. И на самом деле вот эта ситуация показывает и истинное такое бессилие Грацуна. Понимаете, если он на самом деле еще есть, если это не мощнейший актер замученный, которому, господи, помилуй меня грешного, а это только для развлечения, друзья, только для развлечения. Вот, но Прости, Господи, меня грешного, но меня это все пугает все сильнее и сильнее. Нет никакой экономики и все такое, и, и, и пенсионного фонда никакого нет. Они раз от раза дают людям какие-то колониальные денежки, вот эти вот эрофистанские рубли вот, э, которые до сих пор не, не, не доконвертированы, да и не будут доконвертированы никогда, потому что государство образования Ирафистан – это до юры, кстати, не государство. Кстати, я говорю об этом от ролика к ролику – это колониальная торговая фирма э, с весьма злобными нравами. Вот такие дела понимаете. Что ж, дорогие друзья, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, чтобы поддержать мой труд, а я в этом нуждаюсь, тружусь я сам по себе, и мне весьма непросто. Вот. И благодаря вашей поддержке, друзья, я трудиться и продолжаю, потому что я понимаю, что я делаю нужное дело, вот рассказываю о происходящем и периодически делюсь с вами своей аналитикой, которая периодически попадает в цель. Вот. Но вот 18 миллиардов долларов в виде займа на специальных условиях. Слушайте, да там все в формулировках сказано, понимаете? Вот такие дела. А займ на что? Вот так вот. А там уж, и кроме того, повторюсь: ну, не повторюсь, говорили другие блогеры уже об этом. Но ну, обманутый россиянин канал говорил об этом. Но знаете в чем дело? Эти деньги будут выплачены до конца года, то есть после выборов, только если партия Единая Россия победит. Ну, понимаете, да, она проиграть не может. Вот такие дела. Вот она, мировая система. Правление. власть через деньги достаточно гнусная конструкция вы не находите дорогие друзья пробуждайтесь говорите рассказывайте всем эрофистан нынешний это торговая фирма которая уже едет едет как поезд а рельсы давно кончились такие дела а на самом деле, извините, 18 миллиардов долларов это не такая большая сумма для такого могучего государства, как Рафистан, казалось бы, да. А взять ее, достать просто и бам, все, без вопросов. Вот так вот. А, оказывается, Ангела Меркель приехала, и, и все это. Понимаете? Вот. И Украине стоит задуматься, украинцам, если вы смотрите, стоит задуматься, я повторяю, и Рафистан, и Украина независимая, незалаженная, управляются одной и той же группой лиц. Это моя аналитика. Ну, если меня не грохнут, завтра вы увидите меня снова. А если будет что-то экстраординарное, то еще и сегодня. Доброго вечера, друзья. Крепкого здоровья. Помогай нам Бог и скажу главное. Если происходят такие вещи, а эта ситуация с деньгами была, на удивление, не запланирована. Если больше полутриллиона долларов они вот так вот резко фигачат, значит немножечко в крифе в кость у них пошли дела э, на их планах и даже не немножечко а сильно разъезжаются ну и я ваш покорный слуга тоже приложил к этому руку вот и приятно да а планы разъезжаются но поймите мы никакое не государство мы даже не страна мы дом вымирающий, обезумленный дом, предназначенный под снос. Не дадим его сносить, правда?